Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале RetroPlay, меня зовут Александр. И сегодня мы проиграем Аватар. Ранее я начинал ее на стримах, но решил продолжить в режиме летсплеев. Так не очень она заходит, смотреть достаточно скучно. Здесь сосредоточимся больше на сюжете. В общем, всем приятного, мы начинаем. Anyway, Priya, I'm at one of those aerial things. There should be somewhere to scan, like a control panel. That should reveal the power source. Давайте поищем, блин. Ну тут что-то все у нас элементарно и просто. Are you there? I sent some data through. Receiving. Okay, hang on. This data shows the power source. It should be right near you. Hey, if you take that out, it'll destroy the whole. А, это надо уничтожить. Why? That worked. The balloon is down. Вот эти все платформы надо уничтожить. Ладно, как скажешь, босс. Can you? It's like a whole network of signals pinging off each other. Kaylan, just let me know if that signal gets any weaker, okay? Oh, okay. I'll let you know. There's so many things. Even beyond the rainforest. We should take down as many as we can. Идем к следующей. Signal is still going strong. It's not really a problem, though, right? I mean, it's not doing anything bad. Яростный отпор. Ой, тут еще вертолетик есть. I need to stop it. Oh, okay. Так, а как мне их сбивать-то теперь? Как-то все ништяк, где эта фигня? Ай, давай быстрее, блин. Сваливаем. Что-нибудь можно тебя как-нибудь забодать? А, он стрелять умеет? Вот и все. Вот так вот. Знай наши. Так. Так, ну за Пандору-то это все понятно. Зайдите. А, ну вот все. Мы это сделали. Воздушные эти, наверное, тоже надо будет подбивать время от времени. Как это обычно и бывает. Ладно, летим к этому, к дяденьке. Повторюсь, проходим сюжет ориентированно. Воду я стараюсь подрезать. Вот такие дела. Обломайся, мы сваливаем. Вот музыка тут, кстати, что Ubisoft не отнять, красивые миры, музыкальное оформление тут тоже, что надо. Почти долетели, наверное.
Наверное. Но это не точно. На себя, ну отвлеки. Так, отключите. А, ну тут пешочком нам придется, да? I'm heading into the outpost now. The two us distracting the scorpions overhead. Using your zip will help keep things quiet. I'm checking if the resistance database has the schematics. Maybe I can help from this side. Нас тут спаливают, кто-то топает. Ну. Ой. Да блин, подкрепления эти сраные, идите нахер. Попал? Нормально, как в боевике. Да твою ж. Валим.
Ну, что-то они как-то сдохли, по-моему. Так, а здесь что, нельзя зайти? Джон Рэмбо, блин. Так. А где необходимая мне штука? Ай. Что у меня там, блин. А. Ай да. Так, ну это все мы вот как бы сделали. Так, ну пипец, блин. Чё таких приколюх добавили? Дробовик хороший. Раз дробовик хороший, надо брать, я думаю, да? У меня что-то самый лучший дробовик, походу. Обычный, обычный. Что-то все обычное. Это вот необычный. Здесь что? Хуже. Ну да, такое себе. Так, взломайте антенну на вершине. То есть мне как-то еще выше надо подняться. Ну, дяденьки, отлетели, да? Это шумовые гранаты. Так, а как мне еще выше? Где это находится? Где можно это посмотреть вообще? Это где-то здесь находится. А, вот она где. Там можно Икара вызвать? Икар тут вызывается вообще? Вот, все, отлично. Теперь с этим, с подъемами будет чуть попроще. There you are. Так, как приземляться? Так, свободный обзор, резкое ускорение, посадка. Давай! Ну, так, видимо, тоже можно. Точка-то где-то здесь была? Какую-то антенну нам надо. Ай. Может быть, вот это?
А, нет. Блин, чувак, ты куда улетел, блин? Мне слетать надо, блин. Я, значит, неправильно я все-таки понял, куда требуется пойти. Так, вот эту что ли он там? Ее, наверное, вот так надо взломать. Так, надо что, как-то перенаправить, что ли? В общем, нам надо направить сюда, я так понимаю. Должно быть несложно. Это что такое? Что-то сделалось. Целый квестик. Айдамы. Ой, девчонку замочили, что ли? Скорпион РДА напал на нее у статуи гидроэлектростанции нефти Альфа. Найдите по запаху этого. Попробуем поискать. What's the shit? А, блин. Ну, так гранаты тут беспонтово кидать, если честно. Так, и чё? Что я здесь должен найти? Идите по запаху. А запах-то здесь заканчивается.
Так, новый запах, да? Ну, сейчас нам... Короче, Махач будет. Так, сейчас следующая остановка, там Махач. Или нет? Come on! Look! We did it! You see them? The flowers are opening! The King Lord can feed again! Please, I don't know what to do. Скорее всего, она в чертоге совета погореть по... Вообще, где-то далеко эта тетя. Лопнули у нас барышню. Так, задание. Ну, в общем, нам сюда. Ну, теперь надо найти только ее. I would like to try flying. Maybe one day. Just do not know if I could. How unsettling. But no one was. О, тут собрание уже. Ну, поминки скинулись. Edu has been hurt. Prepare the hunters. Get ready for us to fly. Она с самым входом. You did this. You made her go. Father, stop. Look. They are feeding on their own. What happened to them? It was the sky people and their floating machines. They're strange. Pulsing, forcing the flowers close, driving the King Lord from their nests. Only the Sarentu believed me. They saw how it worked. They destroyed it. Alone. I tried to tell you. I wanted you to come with me. In the end, it was the Sarentu who saved our home. Enough. Etua is right. War is upon us, and Ewa cries out in pain. It is a call we will no longer ignore. Etua and I will stand beside you and lead our people together. No longer will our blood stain their hands. We will purge these lands and skies of their blight. For our children and their children, Pandora will be free! Дополнительное задание «Чистое небо». I had faith in you from the start. Рисовка памяти. Are you ready to look the part, warrior of the people? Let this be a call to all clans that the Aranae will not shy away from the fight. Hey, the air quality just keeps on improving. Our data shows there's new, healthier growth happening all around the western frontier. Slowly but steadily, the life comes back everywhere. I am not sure. It might be possible. Что-то нам надавали нового. О,
Повязочка что-то дает. 25 здоровью. А здесь что у нас? Ничего новенького. Все по старенькому. Что-то. А, нет, тоже что-то новое есть, только хуже всем. Сапогов не дали. Это все ништяк, только сапоги жмут. Так, кстати, у нас какой-то новый лучок. Кстати, мощнее. Здесь что у нас? Ничего. Интересно, им автоматы вообще в дар приносить имеют смысл? Ой. Они же вроде на лучках специализируются. Задание сейчас невозможно выполнить, займитесь другими делами. Давайте займемся. Попросила меня вернуться в штаб сопротивления. А где у нас был штаб сопротивления, я уж и не помню. А, вот штаб сопротивления. Давайте зайдем. From the radar network, they were probing everything in the Kinglaw forest. The map go. I'm not sure who to talk to about this. I don't know how. Maybe I shouldn't say anything. It's okay. You can tell me, Jin. Okay. Thanks. It's Danny. She normally goes out with the others on their usual routes. But lately, she's been going off the beaten path. The others say she last went southeast all the way into the crater. And when she's back, she won't even look at me. Deflects whenever I ask her questions. Never a good time to talk. She's mad at you? No. Yeah, I wish it were that simple. But I know her. No, this is something else. I think this is my fault. A while ago, I brought up a topic that, in all fairness, I knew she didn't like. I figured the timing was okay and that she... You know what? It's not important. I can check up on her if you'd like. Listen, Danny's the toughest person I know. But this place is dangerous, as you know. I don't need to know where she's going or what she's doing. I just need to know she's okay. The map goes all the way into the deep crust. You can even see a few caves. It's beautiful. Does it say what they were looking for? No luck. We only got raw survey data. Ой, построить дом, блин. Насколько можно опоздать? Так, давайте сготовим что-нибудь. Так, а что, нельзя еще что-нибудь приготовить? У нас вон, что тут есть? Такие штуки всякие есть. Так все ништяк готовится, просто положил ее в печку. И все готово. Так, что-то еще я могу приготовить? А если чисто два этих досунуть, можно так? Такой же и получился. А вот медовухи можно засунуть? Дайте мед засунем, можно так сделать. Мед зажаренный, блин, что получится из меда зажаренного? Идущий по углям.
Так, сумка заполнена. Так, посмотрим задание. Так, говорить с Альмой. Так, где она? Где-то здесь. Ай. Прям. Такая кнопка. Главного входа в штабе сопротивления. Так это где-то... Где главный вход-то у вас? Блин, так, конечно... Дурацкий тут искать, когда тебе что-то надо. Не подскажете, где эта тетя? Походу... А, вот. Тут же она где-то там. Так, это вот она, что ли? Ну что-то как-то странно, блин. Мне зайти надо вообще. Может быть, зайти надо? С тобой, да? Alma? We never saw you like this. I don't leave the link bed much these days. I've grown so used to being one of you. You look different. But the same. Well, I'm the same. But you are changing. Growing. Every time we meet, you look more Na'vi. We heard from the Aranahe. I never thought they would change their minds. And now, we are stronger than we ever were. That came from outside. Знаете, что... Был за шум возле штаба сопротивления. What are their Na'vi like? Are they chill or more, you know, Sotlek style? I thought you liked Sotlek. I do, totally. He's great. Kinda aloof though, right? I mean, you and the other Saren too are cool, but you were raised by humans, so it's not the same. No, it really isn't. I didn't mean to imply. Oh, that was offensive, wasn't it? Sorry. God, I should really just shut up. Quiet observation, Priya. I know you didn't come to Pandora for quiet observation. Well, no. I wanted to see alien life up close. I mean, I'd only seen Na'vi in pictures. Not like you're some kind of specimen. When I joined the RDA, I thought I was signing up for adventure, you know? When I saw what they were really doing here, I was straight out the door. I just want to make a difference. And make friends. Na'vi friends. I feel a bit useless here sometimes, out of place. I don't really know how to talk to people. I get too excited or too quiet, you know? I know how it feels to be out of place. Right. Of course you do. Same boat. We'll find our way together. Так, и что мне надо? На улицу выйти теперь? Could use some of Hajir's Zakra wool. Why? Бодрое начало. I have to see for myself. Not even a flinch this one. Fearless like